Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, Балдур Гейтс III. Мы с вами продолжаем путешествие по темным землям. И решили отдохнуть тут с этим красавчиком-некромантом. А заодно взяли у него задание. Он болтает со своей вороной, не с нами. Он выше этого, чтобы болтать с нами. Но его ворона мерзкая. Она пожелала нам сдохнуть. На чем мы, собственно говоря, и закончили предыдущую серию. Так, Астарион, ты берешь оружие. Гейл бегает с факелом. И продолжаем. Значит, так. Куда мы отправляемся? Мы тут поизучали все эти локации. Слушай, я вот тут не хочу ходить. Там у нас лоза была. Деревья скрипят. Все очень мрачно. Но мы более-менее все разузнали. Все осмотрели и... Пора выдвигаться дальше. Народ, не растягиваемся, не растягиваемся! Особенно ты, элементаль, или кто-то там. Как тебя вообще? Эйзер. Гейзер. Как-то у него... Имечко у него такое... Интересное. Наряд тени. Это мы читали про наряды тени. К сожалению, их не взять. И уж тем более не оживить. А вот и какой-то домик. По-моему, нам про него говорили. Или нет. Давай-ка тут осторожнее. Так, тут у нас тоже что-то. Деревянные лари. Кто-то не донес свои пожитки. Остались только заплесневевшие сыры. Мы собираем все. Мы не гордые. Здесь тоже можно было пройти, очевидно. Вот, а главное, нам нужны какие-то сведения. Мы, в принципе, уже вызнали, что есть караван, который направляется в лунные башни. И, наверное, как бы вместе с караваном можно было безопасно пройти к этим лунным башням. Так, а здесь что? Гниющая корзина. А в гниющей корзине тухлые яйца. Ай, какая прелесть. Ладно. Кто-то, очевидно, тоже когда-то тут делал лагерь. А тут у нас... Это кто? Ворон. О, что с вороном? Мертвую птицу забрали тени. Будет разумнее ее не трогать. Да? Ну мы же потрогаем. Уж естественно ее потрогаем, как вы думаете? Думаю, что да. Ай, а вон и таверна, очевидно, да? И смотри, она по... Вокруг нее прям пузырь, который ее охраняет. Прям купол. Ладно, в таверну мы еще успеем. Что у нас тут? Дорожный сундук. Очень мило. Это прям очень необходимо нам было. Все, здесь больше ничего нету. Просто рухнувший домик. А если я сюда заберусь? Да уже не забраться. Более того, зачем мне туда? Здесь мы уже ходили. Ладно. Так вот, что не так с этой птицей? Дёрг. Может, мы ее потрогаем?
Астарион, иди сюда. Астарион, стой в свету. Ну, хотя бы так. Нам же сказали, что будет разумнее ее не трогать. Блин! Блин, куча черных слепых воронов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Они не боятся, да? Они ничего не боятся. Это моя ворона. Это моя ворона. Не перепутать ворон. Зачарование оружия. А ну-ка давай посмотрим, что они. Нежить. Старион, а что если ты возьмешь и метнешь какую-нибудь ворону? Какую-нибудь другую ворону. Вот в эту, например. Помеха. В эту, в эту. Молодец, Астарион. Так, кусить ты можешь ворону? Нет, это нежить. Ее нельзя кусать. Она невкусная. Но это было забавно. Мы прибили ворону вороны, и это, в общем-то, здорово. Давай оставаться здесь. Или вот сюда, вот поближе подойдем. Мы можем еще финт, наверное, сделать. И еще одну ворону прибить. Let's go, let's go, let's go. Что мы можем сделать? Тишину. А я могу тоже метнуть ворону? Наверное. Метнуть с вороной ворону. О! Хорошо. А еще раз метнуть я могу? Могу. Помеха. А почему помеха-то? Это классно я держу. Давай попробуем. Рязь. Летик, успех. Чуть отойдем. Так, Гейл, ну у тебя есть твоя стрела, которая прекрасненько, например, трех ворон еще подобьет. Так, там справится. Так, это наша ворона. Ну вот. Раз, два и три. Забавно, забавно. Подожди, а это что за ворона? А, так а подожди, мы, получается, какую-то ворону спасли? Ты кто у нас? Ну, вообще-то, наверное, считается, что он сдохший. Если мне не дадут скорости как следует вздремнуть, я, похоже, Гейл прекратит и это самое, бухтеть там. Стоит, бухтит. Они все, да, вот такие? У них ничего ни у кого нету? А, письмо. Спасите! Письмо написано на клочке бумаги. Время и кровь сделали текст местами практически нечитаемым. Помогите! Тьма спустилась на Рейтвин, отрезав нас со всех сторон.
мы отправляли людей наружу, но никто не смог нескольких шагов сделать сквозь тьму, прежде чем дали нечитаемое из-за пятен крови. Это письмо – наша последняя надежда. Придите к нам на помощь, кто угодно, откуда угодно, умоляю вас. Если на то пойдет, я отрекусь от госпожи утраты, поцелую ноги лунной девы. Только не дайте тьме нас забрать. Кто писал-то? Кто писал-то? Видишь, все-таки есть смысл. Но это, по-моему, была та самая ворона, которую сказали лучше не трогать, да? Да, этот просто считается, что он жив. На самом деле, это всего лишь иллюзия. Забавно. Ну ладно, идем. Шедухарт у нас отхватило очень сильно. Ну, как-нибудь, я думаю, она справится. Шедухарт. Все, мы всех осмотрели. Пойдем. Ух ты, это таран. Таран тут разбитый. Так, и куда мы пришли? Тут у нас еще все закрыто. Слушай, ну, наверное, надо действительно либо в таверну зайти. Потому что она вот уже. Вот она. Это место защищено, должно быть то самое убежище, о котором говорили орфисты. Теплая постель, еще раз. Теплая постель и сытный обед ждут тебя в трактире «Последний свет». Да, название у него такое, обещающее. «Последний свет». «Последний приют». Давай передохнем в последнем свете, наверное, а потом... О! Ого! Это наши тифлинги! Это наши тифлинги! Шайсе! Ну как наши тифлинги? Это из... Как я сделаю? Подожди. Как бы это ни была опять засада. Зев, все вот эти. Да как же так-то? Ой. Мы там... Кто-то что-то у кого-то, какое-то расследование. Похоже, они проиграли бой. Катастрофическими последствиями не приходит. Ага. Я с катастрофическими последствиями не прохожу проверку. Слушай, это же, да, это наши тифлинги. Давай мы включим жаровню и осмотрим, что тут. Что тут? Ну ж как что-то случилось? Они, да, они проиграли бой. Они шли среди теней. Блин. И Корон, это который тренировал детишек. Мы не прошли проверку. Давай, Шедухарт, отдаем все это дело. Господи, сколько всякого дерьма набрали. Все надо.
А Шрак, он тоже, по-моему... Черт, как жалко-то. Как жалко-то. Мемноса не помню. Но, по-моему, это Рэчел. По-моему, это родители этой... Господи, как ее звали-то? Девчонка, которую гадюка должна была укусить, а мы ее спасли. По-моему, это они. Зев. Тоже знакомая. Зев мы встречали в самом начале, да. Дарон, это не тот, который волшебник был? С вилами, блин. Ой. Они же у нас на праздники были, пили, гуляли. Да, тяжко, конечно. Бальдини. Бальдини вообще не помню. А, это которые были охранники на воротах. Слушай, а может быть мы слишком долго... А, и тут еще сектант? Гейл, мне кажется, тебе надо поговорить с ними со всеми. По-моему, мне кажется, Гейл, тебе надо поговорить, потому что тут очень странно. Смотрите, это наши тифлинги, знакомые и частично знакомые, и сектант посередине лежит. Неужели же один сектант всех этих тифлингов побил? Давай попробуем сектанта допросить. Троп никак не реагирует. А тифлингов? Тоже не реагирует. Ну да. Они даже не подсвечиваются, поэтому понятно, что... Откуда вы пришли? Только покажи мне карту. Ван, лунные башни. Они совсем чуть-чуть не дошли. Дом глубоко в тенях. Они совсем чуть-чуть не дошли до таверны. Какая жалость. Так, слушай, ну ладно, раз мы тут больше ничего типа не видим, да? Вроде как-то так, нету больше тут ничего. Давай, может, сходим к дому в тенях, который... А что вот это тут такое? Очень интересно, но на самом деле мы действительно все очень уставшие. Ну, давай еще сходим... Потому что я боюсь, что мы сейчас в таверну с вами пойдем, и там будет надолго. А мне хочется все-таки эти темные земли тут поисследовать. Дом в тенях, мы туда идем? Нет, дом в тенях вот так вот надо обходить. У нас еще остались какие-то заклинания. С нами бегает этот, вызванный Гейлом, старичок-лесовичок. Я думаю, что если вдруг придется биться, мы как-нибудь справимся. Тихо, тихо, тихо. Опять?
О-о. А это орфисты тут. Вот это да, вот это куча. А у меня еще есть? Так, хорошо, подожди, ладно. Делаем сохранку. Сейчас будем бить кучу. Кучу будем бить. А знаешь что, куча? Смотри, они же тут никак не спустятся. Давай мы их сейчас отсюда бахнем на них шипастую поросль. Ну вот так, чтобы они к нам спускались. Как раз через... через ту самую шипастую поросль. Подожди, я что, куда-то пошла при этом? Астарион, а у тебя тоже есть волшебная стрела, между прочим. Давай, пользуйся ею. Лианник. И пойдем мы с тобой, Астарион, и все остальные тоже сюда. Вот, рядом с факелом. Стой тут, не зря факел тут. Окей. Какая прелесть. Какая хорошая вещь. Шипастая поросль. Угу. Так, что я могу сделать? Я, наверное, знаю, что сделаю. Тут у нас есть. Я достану до него, интересно. Если я выйду сюда, попробую стрельнуть. Больше чем уверена, что не достану. А, и движения недостаточно. И действия недостаточно. Хорошо, уходим. Так, Гейл, у тебя там все в порядке? Лотов кинжалов можно тоже поставить. Знаешь, на кого? Не достает. Взрывайся, Гейл. Кстати, тебе не мешало бы магический доспех сделать. По большому счету. Будем пользоваться. Я этой штукой, ускорением, еще ни разу не пользовалась. И? А почему ты получил литургию сразу? Это плохо. Ворона, придется тебе идти сюда, принимать удар на себя. Она уже никуда не достанет. Ладно. Так, старичок, лесовичок. И тебе тоже придется идти сюда и принимать удар на себя, когда все побегут. Так, Шедухард, ты можешь что сделать? Ты можешь себя, наверное, полечить.
И ты можешь, наверное... Щит Веры? Ну, давай вот. На Эйзера. На Эйзера, да-да-да. И тоже уходи. Уходи, уходи, уходи. Да, тебе не страшно в темноте быть. Ну, туча пойдет сейчас. Пойдет эта туча. Пока Гейл. Пока Гейл. Ух ты, они этих оживили. Офигеваю, честно говоря. Может, Гейлу удастся как-то выцепить оттуда. Они этих оживили, орфистов. Обалдеть. Да, с Гейлом оплошечка вышла. Черт. Астарион, как же так-то, Астарион? Астарион, ты знаешь, нам придется, а то будет как с Гейлом, с тобой уйти. Надо было взять, щелкнуть каблуками. Блин. Достаю. Давай попробуем так. Так, там рванул, да? Окей. А где ворона? А, ворона тут скрутила. Блин. А где ворона? Подожди. Да, ворона. Ворону пригвоздили. Бедная ворона. Ну, извини, ворона. Я это... Пойду. Я пойду. Ворона, ты, конечно, тут лежишь, но ты можешь кого-нибудь плюнуть. Может, может. Молодец, ворона. Ты больше ничего не можешь сделать. Подожди, может ворона полечить? Пускай она хоть чего-нибудь выпьет. Угу. Да, на 4 шага. На 4 хода ее тут сдавили. И прокляли. Так, ну что, старичок-боровичок, давай. А ты можешь как-то, например, прыгнуть? А потом пойти? Скажем так, и... А, перегрев уже нет? Ну, стой здесь тогда. Пока что-то какой-то был бесполезный. Ай. Подожди, а что Гейла? Почему Гейл пропустил-то свой ход? Гейл не может ничего сделать, да? Может, но это не его ход. Блин. Ну, Гейлу хана. Ох, темные тени. Астарион там так ничего, ему норм. Его там не сожрут. Давай мы с вороны снимем проклятие. Почему недопустимая цель? Ворона недопустимая цель.
Почему недопустимая цель? Ворона же, она же проклятая. Ясно, надо находиться рядом. Недостаточно движения. Стой тогда здесь, Шедуха. Зачем он его сюда приволок? Все, Гейл, пока. Геловский амулет действовал, но перестал. Ух, как это все. Да, придется принимать битву здесь, Астарион. Бежать не получится. У нас осталось оскверненной тенью лишайник один. И ходячая куча. Давай бить лишайник. Вряд ли ты в него достанешь стрелой. Не, не достанет. Иди сюда, к свету. Что будем делать мы? Мы можем опять. Гейл уже помер, поэтому пофигу. Мы можем еще раз кинуть шипастую поросль. Уже вот так вот, чтобы им дольше было по ней ходить. Ворона. Главное тебя не задеть. Вот. Ну и отойдем. Более того, даже вот так вот сделаем. Ворона, держись, темное проклятие на тебе, я знаю. Но беги! Здесь тоже нормально, ворона. Ворона. Выпей лекарство, ворона. Шедоухарт. Что сделаем мы? Возьмем ворону под мышку. Так, этот три это подохнет. Не знаю, зачем мне сейчас стражи. Благословение. Щит вера. На ворону я могу применить? Могу. Вот. Как бы это странно не звучало. Давай тоже уйдем. Оставим их ходить по шипастой поросли. Бедная ворона. Не помог тебе щит веры. Так, сдох. Зараза. Достаю, да? Потихонечку его щипаем. Помеха. Так. Это было плохо, Астарион. Это было очень плохо. А теперь тебя, да? Темное проклятие сжирает. Хорошо, ладно, ставим в свету.
Выбегаем. Стреляем. Убегаем. Замечательно. Что вот это такое? Мистическая амуниция? Ой, себе. Мне надо, чтобы он меня сюда к себе не притащил. Так что берем Латандера. Конец хода. Держись, ворона, держись, держись. Уси этого, плюнь в него проклятием ворона и давай куда-нибудь к свету. Прошло, да, темное проклятие твое? Конец года. Так, Shadowheart, давай-ка ты нас всех, может, и не всех полечишь. Но она туда не достанет, ее даже сейчас нету смысла, наверное, сюда тащить. Может, и есть смысл. Лазарус она никакой не может. Что она может? Поджечь, но сгорит вся вот эта вот штука. Такое себе. Просто пульнуть. Давай пульнем. Хоть что-то. Ворона щит веры можно снять. Сдох. Сдох. Что бедный Гейл? Бедный Гейл помер там у нас. Поэтому, Астарион, давай-ка ты возьмешь факел. Вот. А ведь он говорил, что надо отдохнуть. Ведь он просил о том, что надо отдохнуть. А мы не отдохнули. Что у нас в этой куче? Дубинка из железного дерева. Какая интересная штука. Держи, Shadowheart. Так, ну что, он там у нас лежит, бедный наш Гейл лежит. Дай-ка мы жаровню зажгем. Сквернённая тенью. Сейчас Гейла поднимем. Ругаться, наверное, будет. Так, подожди, ну поднимать его придется свитком. Ну и ладно, в конце концов, зачем нам эти свитки? Солить их, что ли? Давай его сюда сразу, на свет. Кто исцелит мага в беде? Кто исцелит мага в беде? Кто-нибудь исцелит. Где Shadow? Давай сначала массовое. Ну давай еще вот этого мага в беде. Исцеляй. Все, Гейл, хватит себе дожить до рассвета. Можно еще? Вот. Вот. Я почему все это делаю? Потому что, не, все, больше мы биться не будем. Мы либо идем отдыхать, либо идем уже в таверну. Мертвый орфист. Что с тобой было не так? Гнилостная опухоль. Масло порчи. Вот это да.
Так, 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 что еще? А где был еще? А вон еще арфист, мертвый арфист. Так, а если мы у него вытащим сейчас его печенку гнилую, он будет потом с нами разговаривать? Или как? Гейл, ты ожил? Давай-ка ты сейчас оденешь опять свой амулет. Вот оберег, как бы... Стабилизируйтесь в начале хода, когда вы при смерти. Короче, как-то он там держался, да, в этой растительности. Чуть побольше, чуть подольше. Но не то, чтобы ему прям так сильно это все дело помогло. А я не могу? Долгий отдых. Блин, не могу поговорить с арфистами. Ну, может быть, они здесь останутся тогда, ладно. Тогда ладно, и оставим их тут. Какой у нас был амулет? Вот этот, да? Ладно, давай осматривать, что еще. Игольники. Игольники. Лианники. Ну и все вроде, да? Что мы тут видим? Да, хотелось бы понять. Ну хотя арфисты что? Арфисты сами здесь попались и их потом оживили. И что тут удивительного-то? Больше карманов мне точно надо. Мы тут все? Все пошли наверх. О, ты тут долго сидел, да, скелет? Конечно же, оставил нам свои дневники забытого охотника. Каким же дураком я был, решив, что смогу выжить в этой проклятой богами пустоши, там, где другие охотники за сокровищами не смогли. Но обещание добыть проклятого зверя оказалось искушением, которому я не смог не поддаться. Мерзкие игольники застигли меня врасплох. Хоть я и не понял, как именно. Впрочем, чего еще стоило ожидать? Здесь все гораздо хуже, чем я себе представлял. Нашел какой-то ключ, но если он не отпирает сундук с водой и солнечным светом, толку мне от него никакого. Ключик это вот у него тут лежит. Ключик. Факел опять же. Бутылка пустая и бутылка пустая. Воду он выпил. И даже если его не достали игольники, то он, похоже, и остался. Так, а что у нас? Не этот ли сундук? Колечко. Самосожжение? Зачем нам самосожжение? Как-то это печально вообще прийти, так долго идти, так долго сражаться и найти такое кольцо. Ну, как бы, да, наверное, можно. Я не знаю, выпить Почему? Темное проклятие, у тебя же свет Латандера. Ну, возьми факел. Раз все так плохо. Давайте не по ходам. Да вы достали! А, потому что он... Потому что, когда спускаешься по лестнице, ты факел не держишь в руках. Вот почему. Хорошо, Гейл, давай, ты встанешь здесь. А все остальные, типа Астариона. Как не попасть? Как не попасть? Кто у нас там стоит? Рядом с лестницей.
группа. Эх, да. Ладно, друзья мои, пойдемте. Что еще тут можно разнюхать? Школьники. Тут что-то. А, это ли? Это ли Настоша? Так, не это ли тот самый темный дом? А мне как, что сюда надо прыгать? Ну, очевидно, можно как-то подойти. Но только откуда-то отсюда. Ага. Слушай, ну кто так строит? Ёлки, сколько тут всего напутано. Где? Искатели приключения. Вон еще черный олеандр. Забирай. То есть как-то вот отсюда, да? Да-да-да, вот отсюда можно прийти к этому черному дому. Ладно, мы не пойдем к черному дому. Все, идем в таверну. Нам надо отдохнуть, отоспаться, отъесться, отмыться, в конце концов, от всей этой черноты. Ох. Ну, вы там со мной все? Пошли. Еще не факт, что меня тут пустят. Здесь нет теней, что-то их сюда не пускает. Ну, остальные подойдут сюда или нет? Старион. Я хочу на всякий случай убрать факелы. Гейл, давай ты выйдешь. Давайте вы все выйдете. Господи, как вы меня достали. Этой своей бестолковщиной. Вот. Вот now? Now мы с вами двигаемся. Таверна. Народ, можно пройти? Баррикада. Эй, ты, шаг вперед! И не вздумай хвататься за оружие. Успокойся, она со мной. Да? Пошли. Джахира! А вот и Джахира, про которую мы уже с вами читали неоднократно. Ага. Здрасте, Джахира. Видишь, повелевает взглядом. Ну, здрасте, блин. Приплыли. С приплыздом, блин. Джахира. Как благородный зверь в силках. Отпусти меня, друид. Ты Джахира? Поверь, это все совершенно излишнее. Хоть разок хотелось бы, чтобы тебе просто сказали привет. Я скажу как следопыт. Нервничаешь? И неспроста, я подозреваю. Да? Затем мы сюда и пришли. Это загадочное создание, которое скрывает множество секретов. Мы, ну, одно мы знаем наверняка. Оно опознает себе подобных. О, нас раскусили. Ты зря пришла сюда, верная. Как у нас силы? Смириться, посмотреть на спасенных орфистов. Анакс, давай-ка к орфистам обратимся. Стой!
Что ты делаешь? Она же нас всех спасла. О, Мол! Это она защитила изумрудную рощу? Да, ни единого гоблина в живых не осталось. И вообще, она ничто так прикольная. Двух моих друзей спасла. Одного от гарпии, другого от чокнутых друидов со змеей. И за воровство она с них набила. Я ей жизнью свою доверяю. Если что. Верная, которая сохранила свободу воли. Как такое возможно? Мол. Нас спасла. Кто бы думал? Все дело в этом артефакте. Показать его Джахери. Мои пути неисповедимы. Тебе придется поверить мне на слово. Покажем Джахери артефакт. Это кажется, что это... Тебе придется поверить мне на слово. Ты говоришь слишком уверенно для кого-то, кто непоправимо заблуждается. Но все-таки надо ей показать артефакт. Ну да. Диббенс. Это еще что за штуковина? До сих пор она была спасением. Надеюсь, ты согласишься. Я не хочу ей все рассказывать. Более-менее. Ладно. Я поверю тебе на этот раз. Эй, орфисты, вольно, все чисто. Я не стану утверждать, будто понимаю, что это за артефакт, но я достаточно стара и мудра, чтобы опознать лучик надежды, когда он загорается во тьме. Скажи, зачем ты здесь? Кстати, у меня куча писем Джахера, могу тебе показать. У меня значок этого арфистки из Гримфорджа. Я все это собирала для чего? Чтобы уничтожить Абсолют. Я просто хочу извлечь паразиты из своей головы, не знаю, куда еще с этим идти, кроме лунных башен. В отпуск я приехала, в отпуск. И Абсолют хочу уничтожить. Тогда мы союзники, потому что я здесь за тем же самым. Там в трактире есть еда и кровати для тех, кому нужен отдых. В шкафу масло алоэ, если от лиан у тебя появилась сыпь. Обустраивайся, потом приходи, мы с тобой выпьем. Возможно, боги прислали тебя в ответ на наши мольбы. Фух. Слишком темно, не разглядеть. Иди сюда, Лассандра. Мы же с тобой. Привет, рада тебя видеть. А, да? Ой, слушай, так это наши тифлинги? А нет, это Артурис. Джахера тебе доверяет, похоже, надеюсь, она права. Заграждение не пропустит внутрь тени, но против того, что уже внутри, оно бессильно. Да ты ж посмотри, тут пальчиком мне будешь тыкать. Так, Эльфер, вот она тоже вроде как за нас была. Нельзя так много таращиться в темноту, у меня уже с глазами плохо. Нам бы сюда камня или стали... Это поможет вам ни камень, ни сталь. Мы нашли круг перемещения быстрого. Орфист. Если Джахера тебе доверяет, значит я тоже. Но червяк в башке. Это же жуть какая. Ну, у каждого свои эти самые тараканы в голове. У кого-то червяки, в конце концов. Каждому свое. Сейчас я ваши ящички посмотрю, вашу баррикаду. Интересно, как вам эта баррикада поможет? Ну, вот прям так даже интересно. А ты кто такой? Стой! Никогда не думал, что увижу своими глазами, чтобы Джахера пощадила верную. Или что-то там такое. Факелы стоят у них. А что, я перегрузилась, да? Угу. Угу, кто вообще сомневался, что мы перегрузимся? А, так вот, колечко самосожжения. А ну-ка, давай-ка. Я надеюсь, я прям так сейчас сразу не сожгусь.
Испытание против смерти. Не знаю. Тут Гейлу надо было одевать. Вот, самосожжение. Поджигаете себя для получения жары. Это надо... это надо, знаешь, кому? Этой Карле. Держи, Карла, это будет тебе. А я одену все-таки защиты разума. Всяческие там обворожения и прочее. Пусть будет. Испытание смерти посмотрим. Может быть, и Гейлу отдадим. А, ну да, те. Колечко веса не решила. Нам надо отдать все тяжелое. Это все тухлое. Астариону там, например. И Астариону серебро отдадим, ему понравится. Косточки, наверное, ему тоже понравятся. Так, что... так, ну что, мы пришли. О, ты торговка, квартирмейстер? А ну-ка, иди сюда. Запасайся, пока есть возможность. Надеюсь, я привезла достаточно, чтобы мы какое-то время все это пережили. Какие мы все измученные. Ну, я, по крайней мере. Говорит, если у тебя сыпь от лиан, это, ну, можно считать это сыпью, наверное. Бесплатненько ничего не дашь? Мы такие бедненькие. Такие несчастненькие. JK. Видишь, какая? Ну, раз ты спрашиваешь. Что нам дали? Что нам дали? Сумка с припасами. У нас перевес. Хотя, ладно, перевес, подожди. Я с ней поторгую, и у нас уже не будет перевеса. Друзья мои, давайте-ка сделаем так. Я с ней поторгую за кадром. Мы отправимся спать, наверное, прямо здесь. И встретимся с вами в следующей серии. А там уже и будем дальше знакомиться с этой таверной. Ух, у нас тут много. Мы тут надолго, я думаю, сделаем небольшой перерывчик от всех этих боев. От всякой этой черноты, темноты. Я меч могу взять? Ну-ка, подожди, подожди. Ржавый двуручный меч, да? Вот. Так что огромнейшее спасибо всем, кто эту серию посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.